Всем огромный привет! Икея, город Екатеринбург. Меня зовут Ирина. Давайте сегодня посмотрим, какие у нас индукционные варочные панели продаются. На стенде представлены товары, но мне хочется начать с самой такой цены. Самая низкая цена — это Лаган. Смотрите, 9000 рублей. 59 на 52. Вот. Когда заходишь в отдел, где продаются холодильники, духовки, сами панельки, как раз она по центру, по крайней мере в нашем магазине, мимо не пройдете. Итак, 9000 рублей. По характеристикам сейчас посмотрим. На три комфорки, больше, меньше, еще больше. Напряжение есть, мощность есть. Маркировка SE, излучающая зона также имеется. Видите, максимальная 2300. Размер и вес. 2 года бесплатной гарантии. Для Лагана это, в принципе, уже неплохо. Следующее. 17000 рублей. Идет 2. Раз зона и 2 зона. Она больше не выкатывается. Что-то она заела. Да, 2 зоны нагрева с бустером, 17000 рублей. Это Valbildat 300, 29 на 52. Смотрите, что у него есть. И таймер, легко мыть, защита от перелива, от перегрева, блокировка детей и животных. По размерам тоже, смотрите, можно на стопе зафиксировать. И все-все-все даже зазорчики здесь указаны. Очень удобно, кто примеряет сейчас. Это все встраиваемые панельки. Смотрите. Также по параметрам нагрева 200 идет у них максимальное, да? Напряжение 220-240. Тут уже 5 лет гарантии. Следующее 15000 рублей. Матмесик 59 сантиметров, уже 4 комфорки. Бесплатно 5 лет гарантии. Ну, опять-таки, сенсорный контроль управления. Варочная панель идет с зоны 2. По 145, 1-180, 1-210. По напряжению также все есть. Мощность тоже мощная. Маркировка и все размеры. Очень будет полезно, если кто-то напишет, что использует эти панельки из IKEA, как они вообще, как индукция работает. Белая, черная. С белой начнем. 33000 рублей. Bioblat 500, 58 на 52, 4 зоны нагрева с бустером, 2 зоны можно объединить, также легко мыть, защита от детей, блокировка от детей, выбор мощности, таймер, автоматическая программа растапливания, есть функция паузы. Внешний вид у них, в принципе, у всех одинаковый, они не толстые, идет сколько, 5 мм практически у всех, толще пока я не встречала. Такая толщина. Здесь, по-моему, 2,8 указано. Сама панелька. Так. Характеристики все. Индукция. Белый цвет. Все сенсорное. Да, когда индукционная панелька, меньше затрат идет. Вот, даже здесь указала IKEA, что ей требуется на 50% меньше энергии. Она готовит в 2 раза быстрее, чем электрическая плита. 18000 рублей. Грунда 300, 59 на 52, 4 зоны нагрева. Также все сенсорное управление. Легко мыть, защита от перелива, блокировка от детей, от перегрева также имеется защита. Давайте посмотрим поближе характеристики, которые вы также можете посмотреть на сайте. Это не тайна, это я все прекрасно понимаю, потому что мне не надо через видео это писать. Так, длина, ширина, высота, масса. Номинальная мощность 6000 Вт. Параметры зон нагрева также имеются. 2 по 1800, 2 по 1200. За 25000 матмесик 359 на 52,
Кстати, у всех 5 лет гарантия. В принципе, внешне они ничем не отличаются практически. По характеристикам 2 зоны с бустером идет. Блокировка, легко мыть, защита от перегрева, от перелива, функция пауза, таймер. $30 000. Здесь плохо выдвигается. Биоблат 500. И здесь Фок Классик. 59 сантиметров идет. Уже 45, обычная цена 50. 5 лет гарантии. Мощный вариант. Так, по индукционным панелям, я понимаю, все, там есть газовые. Нет, еще есть самые большие остались. На закуску 65 идет за Blixnap 700, черный 78 на 52. Смотрите, какая она большая панель. Также 5 лет гарантии. Опять-таки все характеристики имеются. О, здесь уже она, слушайте, интереснее всех, пожалуй. Так, с бустером, гибкой зоной, мостом. Смотрите, какая она. Мало того, что самая функциональная, еще очень стильная. Она, кстати, поплотнее идет. И за 40 000 рублей Utnemt 500. Так, посмотрим здесь. Она нагревает только посуду, а не воздух вокруг, поэтому готовит на нее очень быстро и расходует она меньше энергии. То есть можно сэкономить время, деньги и ресурсы. Так, теперь точно все. Давайте пойдем посмотрим газовые панельки. Газовый тоже хочу начать с Лагана, эта серия. Самая низкая цена для кухни, для бытовой техники. Поверхность встраиваемая газовая, 5500, бесплатная гарантия 2 года. Немножечко видоизменился Лаган за последние 5 лет. Сейчас автоподжига здесь нет, здесь у них был такой автоподжиг, ты нажимаешь и вперед. Сейчас, как я поняла, что они все это совместили, такое комбо появилось. Да, что электроподжиг производится при помощи поворотных ручек. Ну так, да. Нажимаешь, и идет газ, поступает. И поджиг. Решетки эти поднимаются, легко мыть, легко убирать. На решетках имеются такие части, ага. А на этих не, вот, есть прорезиненные. Не царапает поверхности, в принципе, тоже. Комфортно, удобно мыть, не засоряется, ничего. В общем, пользуемся мы Лаганом сами, вот этой встраиваемой поверхностью, довольны всем. И мне очень нравится, что за ней ухаживают легко, несмотря на то, что белый цвет. Далее давайте посмотрим сразу мощное. 20 000 рублей. Левстникста, стекло, цвет черный. Смотрите, мощные конфорки идут, маленькая. Две одинаковых и максимально большая. Также автоподжиг направлен. Нажмите, поверните ручку, и все будет. Гладкая стеклянная поверхность, проще в уходе. Газовая конфорка позволяет лучше контролировать уровень нагрева и время приготовления. Ну, на газу все быстрее готовится, чем на той же электрической.
индукционное не сравниваем. Мощность смотрим, размеры есть, вес тоже. Вроде как все в нашей IKEA есть, просто частенько бывает, что чего-то нет, здесь пометок таких нет. Так, две комфорки, 15 тысяч рублей, Мюэлик, 29 сантиметров, смотрите, одна сплошная решетка, очень тяжелая, поднимаешь ее, устанавливаешь и вперед. Также здесь автоподжиг, 29 сантиметров, гладкая поверхность, 5 лет гарантии. Все, посмотрели, закрываем, убираем. 15 тысяч рублей идет за матмессик, 60 сантиметров, нержавеющая сталь уже идет, также 4 комфорки. Здесь получается 2, да, 2 варианта. Да, вот он первый, потом сверху ставится эта модель. Бесплатно, нет необходимости использовать спичку-зажигалку, идеальный результат. В общем, все одинаковые характеристики, по идее. Ну, про то, что должен устанавливать специалист, даже не обсуждается. 17 тысяч рублей. Лифт с лого, темно-серый цвет. Также 5 лет гарантии. Указано, что именно на этой плите вода закипает на 12% быстрее. Вот так. Здесь как все четко. Четко. И 13 тысяч рублей с макоком, нержавеющая сталь, тоже 4 комфорки. Так, все, с панелями все. Если остались вопросы, задавайте. Посмотрели наличие в нашем магазине вообще, что есть, что и как это смотрится, как это выглядит. Желаю вам отличного настроения. До новых встреч и пока-пока.